Законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс относительно защиты прав плательщиков НДС, в том числе сельхозтоваропроизводителей, последняя надежда украинских аграриев. Народные депутаты внесли его на рассмотрение Верховной Рады 4 февраля. Согласно документу, аграрии могут снова рассчитывать на возврат НДС в размере 100%, как и было до Нового года. Народный депутат Игорь Молоток, соавтор проекта закона, на своей странице Facebook отметил. Пропонується зробити відшкодування ПДВ автоматичним. Я впевнений, що між державою та вітчизняними виробниками повинні будуватися партнерські відносини. Це означає, що і виконання обов'язків однаково важливе як для однієї, так і для іншої сторони. А пока депутаты решают, что делать, аграрии живут по новому налогообложению. Это сильно ударило по их карману. Вадим, управляющий кооператива, который занимается выращиванием зерновых культур, говорит, если ничего не изменится, аграрный комплекс ждут тяжелые времена. Зубожіє цей самий сільгосптоваровиробник, тому що збільшуються його витрати на державне оподаткування. Тобто у нас ці гроші, котрі ми могли б вкладати в новітню техніку, підвищення і індексування зарплат працівників, покращення умов праці. Тобто, як це в Європі, як кажуть наші можновладці. Если раньше по специальному режиму налогообложения аграрии платили НДС в размере 20% и эти деньги потом возвращались на спецсчета предприятий, то с этого года работает новая формула, которая и усложнила жизнь фермерам. Вони фактично збільшили вдвічі оцю суму оподаткування. Тобто нібито буквою закону вони всім розповідають, що ми виписали і це буде покращення. І всі буде легше від цього, в тому числі адміністрування, так як вони заявляли. Ну, тобто проводки і повернення назад до аграріїв ці гроші. Раньше фермер на эти деньги закупал удобрения и другие средства для своих ферм. Сейчас вместо 100% НДС аграрии получают лишь 15%, а 85% отдают в бюджет Украины. Усложнило администрирование налогов, потому что первое, что сделали, это создали эти, как говорится, спецсчета НДС, то есть часть денег остается на предприятии, то есть на спецсчетах, часть перечисляется в бюджет. Соответственно, по каждому виду сельхоздеятельности, животноводства, аграрии должны высчитывать, сколько денег на спецсчет, сколько в бюджет. Все это усложняет администрирование, является большим полем для каких-то потом претензий налоговых органов. Еще в начале зимы во всех городах Украины прошли массовые забастовки представителей аграрного сектора, которые были против нового налогового кодекса, но его все-таки приняли. Сейчас говорят, если законопроект, который может вернуть старую систему, не пройдет, снова выйдут на улицы. Мы не зупинили митинги, мы призупинили их. Тобто, якщо влада до нас все-таки не дослухається, зараз на даний момент йдуть переговори з парламентською більшістю від, зокрема, Аграрного союзу України. А пока аграрии ждут первого чтения законопроекта, после возможны поправки. И лишь потом решающее голосование. Какую позицию займут депутаты Верховной Рады, пока не ясно. Оксана Заводовская, Константин Параскевич, ТВ5.